Летчик-космонавт, герой СССР и России Сергей Крикалев приехал в Ульяновск. Вместе с коллегами он встретился с главой региона Алексеем Русских. Разговор выдался интересным. Обсуждали возрождение малой авиации. Наш город может стать местом, где будет создан центр развития малой авиации. Ну, здесь хорошие и уже довольно-таки основательные традиции авиационные. Поэтому, собственно, один из вариантов, почему здесь, может быть, один из первых таких центров развития может быть, потому что здесь уже есть хорошая авиационная школа с точки зрения инженерной школы, с точки зрения обучения пилотов, с точки зрения инфраструктуры наземной, поэтому это вполне может стать таким авиационным хабом. Говорили стороны и о создании нового самолета-амфибии. Аппарат может взлетать и садиться как на твердую землю, так и на воду. Четырехместные самолеты производят много лет в Самаре. По новому проекту это будет шестиместная машина. Крикалев предложил использовать самолеты как для обучения пилотов, так и в авиатуризме. Это еще и возможность как бы связанности территорий, региональные перевозки. Как бы следующий уже этап. Там может быть начинается с перевозки грузов, а потом там и перевозка людей. Напомним, в Ульяновске также появится авиакомпания «Геликс». Соглашение подписали на Международном авиационно-космическом салоне. Стороны будут развивать сразу несколько направлений – грузовую авиацию и вертолетные перевозки. Акционеры инвестировали в проект более 400 миллионов рублей. Будет создано порядка 40 новых рабочих мест для жителей региона. Анна Тищенко, Улправда ТВ.